сейчас, Олег, подойдешь на награждение. Сегодня были показательные выступления. Не все ребята выступали, но я надеюсь, в дальнейшем вас будет больше и больше. Но все равно у нас есть маленькие подарочки для вас. Я еще раз говорю всем большое спасибо присутствующим. Дальнейшем. Я надеюсь, Данил вам тоже поможет в этом плане. Мы будем уделять этому еще больше внимания. А сейчас ему слово. Итак, друзья, мы являемся максимально честными судьями, и, соответственно, кто как потрудился, тот так и пригодился. Поэтому я сразу хочу назвать победителя раздела «Самокат». Это Данила Дубко. Это чистая победа. И ты получаешь сертификат на 1000 рублей от шопа «Синяя борода». Там ты сможешь купить себе крутую шмотку и выглядеть так, как ты не выглядишь сейчас. Итак, следующий у нас премиксер. Из премиксеров мне приходилось два парня, но хотел бы выделить одного. Вот он сейчас подойдет с голым торсом, есть такой красивый, это Илья Ремчук. Пошумим для Ильи! Илья, мы наконец-то подарим тебе сертификат на 1000 рублей, чтобы ты оделся. Оденься, ради Бога. Ждем тебя в магазине «Синяя борода», как и всех вас. Скейтборд. Неожиданный поворот. Этот парень первый раз выигрывает на контестах. Для него это что-то новое, открытие. Это Кирилл Котич, ребята. Он идет сюда за своим сертификатом. Этот парень первый раз одержал победу на соревнованиях. А Кирилл возьмет себе в магазине «Синяя борода» какой-нибудь отличный снэкбэк. И еще что-нибудь на сдачу. Ура! Аплодисменты! Всем спасибо! Все молодцы! Будем в том же духе и намного лучше. Я думаю, ты забыл всех пригласить в кофейню. Да, друзья, у меня есть 10 сертификатов на бесплатный капучино в кофейне «Параметры».